Ребята, вы не поверите в то, что сейчас увидите. Мой друг Бобер, вы знаете этого ютубера, скинул мне сейчас скрин после того, как он создал новый аккаунт. И то, что он увидел там, просто повергло его и меня, когда я это увидел, просто в шок. Сейчас, ребята, вы видите, это новый аккаунт, я его создал. И я думаю, подарить этот аккаунт кому-нибудь, у кого нет привязки по Facebook. Я просто, ну, привяжу этот аккаунт к вашему Facebook. И давайте я просто его, я не знаю, кому-то отдам из своих подписчиков. Я думаю, разработчики не будут сильно злиться на это. Поэтому этот аккаунт, я думаю, что кому-то смогу отдать. Ребята, просто сейчас, посмотрите, мы открываем магазин. Но перед тем, как мы его откроем, просто не забудь поставить лайк на это видео, подписаться на канал, если ты еще не подписан. Ну и, конечно же, включить уведомления, чтобы ничего не пропустить. Ну и обязательно, просто обязательно, я не могу этого не сказать, ввести самый топовый код автора Sloan в настройках игры. Я уже это сделал, потому что сейчас я буду донатить в эту игру. И вы сейчас удивитесь просто этой акции. Открываем магазин. Бам! Ребята, чекайте, 18 часов и 27 минут действует акция, только для вас. Ребята, что мы имеем здесь? Эпический случайный питомец, эпический случайный скин, редкий случайный скин и 4 обычных случайных скина и 7 случайных билетов. Ребята, вот это все достанется кому-то из моих подписчиков. Просто, я не знаю, как же вам это все отдать бы? Наверное, итоги, я думаю, что мы проведем в моем дискорд-сервере, потому что здесь не нужно ID. И кому-то из моего дискорд-сервера я, наверное, смогу отдать этот акт. Просто вы его привяжете на свой Facebook, или я его привяжу на ваш Facebook. И пользуйтесь, ребята, на здоровье. Особенно будет полезно тем, у кого вообще нулевый аккаунт, ничего там нет, и в принципе уже будет. Смотрите, как это все получается, интересно. Если мы покупаем сейчас эту акцию, то есть мы в любом случае донатим в игру, да? Больше здесь никаких акций нет. В итоге, ребята, смотрите, что мы получаем. Ух ты, чуть не купил вот эту акцию, ё-моё. В итоге, что мы получаем, ребята? Вот этот весь пак мы получаем. Плюс ко всему мы получаем подарок за покупку, то есть любого доната, еще один редкий персонаж бесплатный. Это будет Ларри Хамелеон. Плюс один эпический костюм, плюс один редкий аксессуар и еще 3 билета на убийцу. Никогда рекламы больше у вас в игре не будет. Также, ребята, если у вас есть Steam, например, или у вас еще нет Steam, то вам достаточно будет, если вы получите этот аккаунт, и у вас просто нулевой, да, и будет эта акция, вы сможете, у вас будет привязка по Фейсбуку, то вы при покупке Steam еще, да, там 133 рубля он стоит, привяжете этот аккаунт к Steam, у вас еще появится персонаж Скелли, который эксклюзивный по Steam уйдет. То есть вообще просто горе подарков просто за один этот донат, за одну покупку этой акции. И прямо сейчас я буду ее покупать, ребята, потому что мне очень интересно, во-первых, что за питомец упадет оттуда. Ну и, конечно же, этот питомец упадет у меня на Мило, потому что у меня пока что только Мило есть на этом аккаунте. Поэтому давайте сделаем так. Давайте я сейчас прямо задоначу на эту акцию и посмотрим, что оттуда выпадет. Мне очень интересно. Наверное, все будет на Мило падать, все эти костюмы на него. Ну давай глянем, поехали. Так, ребята, донат получился, все. Ну-ка, ну-ка, что нам выпадает? Мило и новый, вот этот вот стеснительное это яйцо, скромное выпало, ребята, на Мило. Отлично, это новый питомец, который вот только появился недавно в игре. Самый пока что последний. Водолазный костюм мы получили на Мило. Так, что еще? Еще скины. И все на Мило, ребята, это же просто имба. Так, мы получили якорь еще, ребята. Еще на Мило якорь. На Мило, походу, сейчас вообще просто имба, сколько скинов будет. Так, что у нас еще здесь? Так, вы открыли Мило ведьма. Ну, вот это, кстати, уже неплохой скинчик, очень хороший. Дальше, ребята, еще идем, еще. Билеты, как вы видите, уже начислились. Вы открыли Мило цепь с ядром. Еще один скин. Еще один скин, ребята. Поехали, давай. Я уже даже подумал, что... Так, какашечка, Мило экскременты. Нормально, тоже неплохо. По-моему, все, да? Еще скин! Сколько скинов на Мило падает просто, ребята, в этом видео. Это нереально. Выдвижная рука. Так, и смотри, что! И все билеты на отравителя выпали. Такое вообще бывает? Все билеты на отравителя выпали. 7 штук. Вообще просто им баланс какой-то. Так, ребята, смотрите, мы купили, получается, эту акцию. Очень много скинов мы на Мило забрали. И сейчас, смотрите, мы можем забрать уже Ларри внизу здесь, да? Но давайте посмотрим, сколько у нас скинов на Мило. 3, 3, 1. И питомец, давайте сразу его наденем. Кто-то из моих подписчиков получит все-таки этот аккаунт, я уверен. Давайте вот этот вот шляпку эту оденем. И какой-нибудь ему якорь, что-нибудь такое, что... Давайте якорь поденем. Почему нет? Дорого-богато, как говорится, да? Еще только на спину не хватает...
Ну, сейчас посмотрим, кстати, на спину, может быть, будет какой-то предмет сейчас выпадет. У нас больше никого нет, кроме Мио, и сейчас будет Ларри. Плюс у вас будет возможность поиграть на этом аккаунте, если он у вас уже будет, да, и забрать второго уровня пропуск. Все. Я, конечно, буду еще немножечко играть на этом аккаунте, пока я не буду его отвязывать, никуда не привязывать. Я просто, ребята, пока подожду, пока кто-то из вас его заберет. Поехали, забрать подарок. Ну, давай заберем, забрать. Сейчас у нас еще тут персонаж редкий будет, и еще целая куча всего. Ну и плюс у вас никогда не будет больше рекламы в игре, ну, это не считая рулетки. Ларри прибывает в особняк, ребята, еще один персонаж. Просто, у вас уже как минимум на этом аке есть редкий перс. Блин, жалко, эта акция работает пока что только на новых аккаунтах. О, кстати, нифига себе, Ларри Король, это же эксклюзив, который нам давали за топ-1. Нормально, но Ларри выпал, хорош. Так, что у нас еще там? Еще один на Ларри у нас выпал, факел, да? Что у нас еще? Два персонажа, ребята, и три билета на убийцу. Просто! Вот с одной акции мы задонатили, получается, получили два новых персонажа. И давайте на него сразу наденем корону и вот этот вот факел. И сразу получили два персонажа, ребята. И еще целую гору скинов. Плюс у нас тут еще рулетка работает, мы тоже можем ее покрутить. Ну, в принципе, пока что я крутить не буду. Полностью нулевый аккаунт, ребята. Вы видите, здесь нет алмазов, нет ничего. Давайте посмотрим, может быть, я буду развивать этот аккаунт. И потом его в итоге кому-то отдам. Не буду его пока привязывать. Может быть, ребята, я смогу на него даже купить вот эту вот акцию. Она в любом случае потом появляется еще раз, она не пропадет. Поэтому еще плюс 2 обычных персонажа, еще 580 алмазов насыпет. И, в принципе, вот этот ак хорошо кому-то залетит, мне кажется. Будет вообще имба. В общем, я не знаю, пиши просто комментарий и следи внимательно за этим видео. Потому что, если ты победишь, то я от... Я даже не знаю, как розыгрыш провести, ребята. Напишите в комментариях, как провести розыгрыш на вот это вот все добро. Что мне нужно сделать? Как это сделать? Я никогда такого не делал, ребята. Тут не нужно писать ID, потому что это не по ID передается все. И, наверное, мне кажется, что нужно как-то это проводить будет в Дискорде в какой-то отдельный день. Но, наверное, я запишу еще видос, где я напомню об этом, когда нужно будет зайти в Дискорд. Мы вместе с вами там будем сидеть в каком-то голосовом канале. И я просто выберу случайного какого-то, или бот выберет, может быть, Дискорда. Кого-то из вас, с кем можно будет потом поговорить в Дискорде и передать ему этот аккаунт просто. И все. То есть я не нарушаю сейчас правил, я просто как бы даже не передаю этот аккаунт. Он как бы даже не мой сейчас, то есть, да? Это он вообще ничейный, то есть... Поэтому я думаю, что тут нет как бы никаких нарушений, то есть я ничего не делаю такого плохого, да? Я просто его отдам себе, получается, да? Все, ну вы поняли, в общем, ребята. Не знаю, напишите в комментариях, как вам акция эта топовая вообще такое. Я первый раз вижу, мы практически, мы за 10 баксов получили питомца, ребята, посмотрите. Получили целую гору костюмов, ну просто, я не знаю. И еще получили Ларри, ну потому что Ларри всегда заходит на аккаунт, если там какой-то донат происходит. Ну и плюс, если вы еще, ребята, задоните, получается, на Steam, купите Steam, еще и Скелли появляется на этом аке. И привязку сделать по Steam будет через Facebook очень легко, потому что через Facebook она только и коннектится. В принципе, сразу же и там, еще и персонаж, еще и плюс золотой пропуск, это вот это все. Ну да, если вы донатите на Steam, то вы еще и золотой пас получаете бесплатно, то есть, да, то есть там одни плюшки. То есть сразу ак уже прокачанный, и уже как минимум один питомец есть. Ну, может быть, кому-то не на Мило нравится, но в любом случае на Мило тоже неплохо. В общем, ставь лайк, подписывайся на канал, дружище, потому что только для тебя вот такой вот контентик есть. Ну просто, ну вот хочется, чтобы было на новых аккаунтах, да, вернее, не на новых, а наоборот, на наших олдовых аккаунтах такая акция топовая за 10 баксов получить питомца и целую гору скинов. Это было бы, конечно, очень круто. Ну и, конечно, не забывай про самый топовый код автора слом в настройках игры. И, ребята, ссылку на бобра я оставлю в описании, потому что он мне сейчас скинул скрин, самый первый просто, и поэтому я уже записал для вас этот видос. Розыгрыш на 10 пропусков был на прошлом стриме, как раз таки перед этим видосом. И в самом конце стрима там уже есть эти итоги, так что вы точно не пропустите, если просто перемотаете их на самый конец. В общем, всем спасибо за просмотр, ребята, и увидимся в следующем видео.